Создание коллекции нижнего белья Стори Домое нас вдохновили великие истории любви. Главную роль в каждой из них сыграли особенные и известные всему миру женщины, которые смогли покорить сердца самых талантливых и сильных из мужчин. Имена героинь этих историй и дали название нашим моделям белья. Любовь многогранна, и в наших коллекциях мы хотим передать все ее краски. Влюбленная женщина ощущает вдохновение и страсть, нежность и трепет, волнение и надежду на то, что она станет единственной и неповторимой для своего возлюбленного. Странствуя по морям, он смотрел в холодное небо, полное тысячи звезд, и непременно находил свою, заветную, ту, которая сияла ярче и темнее всех. Сияние этой звезды – отражение блеска любимых глаз, полных нежности и тепла. Ее имя – Вера. Любовь не всегда взаимна, но неизбежно нежна и прекрасна. Тот манящий шлейф, который оставляет за собой незнакомка, может преследовать мужчину всю жизнь, а трепетную встречу взглядов он будет годами воспевать в своих поэтических шедеврах. Быть музой и вдохновлять своего возлюбленного – большая радость для настоящей женщины. Именно ради нее мужчина готов совершать подвиги. Именно ради ее счастья он готов жертвовать собой, только чтобы видеть, как светится любовь в ее глазах. Совершенная красота, грация и чистота. Перед ней даже гений начинает робить. Любовь двух великих сердец сильнее страха, предрассудков и даже самой жизни. Только такое сильное и яркое чувство может превратиться в настоящую, проникающую в душу поэзию. Душа женщины выражается через страстную музыку ее голоса. Если мужчина влюбился в ее пение, он полюбил и ее душу. А значит, будет предан ей всю жизнь. И вряд ли сможет хоть на мгновение забыть о своей любви. Шикарно. Чувственные кружева и интригующие цвета, мягкие ткани и комфорт. Так начинается Стори Домое, вдохновляющая на нежность и романтику, чуткость и страсть. Стори Домое сделана с любовью, сделана во имя любви. Создателя коллекции нижнего белья «Стори Домое», дизайнера Паулу Мальдес.